Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, ну что, у нас задание. Выиграйте, так, бойцом Эль Прима, Бо, Гриф, Пока, Газ, Брок, Динамайк, Пенни, Гриф. Ё-моё. Но у нас есть два задания с Грифом. Можно, в принципе, пойти... Блин, ну Гриф, Гриф мне не совсем нравится. Персонаж этот... Не для меня, так скажем, он. Ладно, возьмем Грифа. Так, где он там? Где там этот Гриф? Вот он. Кэш. Вот тебе и кэш. Блин, подожди, надо было, наверное, посмотреть другое задание. Там захват кристаллов это-то одно, а... Может быть, там что-то было и поинтереснее? Ладно. Леон у нас тут. Хотелось бы сказать, что веселье начинается, но, по-моему, оно... Вау-вау-вау-вау-вау, Роза, ты видел, что Роза сделала? Да, наказала. Леон, не спи. Помощничек тоже мне. Ага, ага. Так, дракончик, куда ты побежал-то? Господи, сейчас завалят, уже завалили. Давай, Леон, добивай, забирай все эти кристаллы. Так было сделано специально, ребят. Специально. Так, идите сюда. Два кристалла забираем сейчас. И можно, в принципе, отсюда уже сваливать. Все, чешем отсюда, друзья мои. Это они неугомонные, им надо вот обязательно, блин, повоевать. Так, Пенни. Обратный отчет, обратный. Леон, ты, смотрю, такой бесстрашный, блин. Да ну нафиг. я как всегда, ребят. Лезу и подыхаю. Ну, мне же больше всех надо. Так, нанесите 60 тысяч урона. Ну, это мы сделали. Блин, офигеть, 8 побед еще за него надо. Серьезно? Слушай, ну это... это слишком много. Опа-на. Блин, совсем, друзья мои, чуть-чуть не хватает нам. Слушай, ведь как-то же кто-то мне говорил, что можно поменять. Можно там поменять. Так, ладно. Значит, Гриф, Пенни. У нас за Грифа-то... Нет, вон нам еще Грифом нужно, ребят, наносить урон. Так что придется пока за него играть. А, я хотел посмотреть, если у нас кроме захвата кристалла что-нибудь, да. Кроме захвата кристалла, у нас есть ограбление, парное столкновение, горячая зона. Горячая зона. Зачистка, блин. Столкновение. Тут все время столкновения и эти. Ну нафиг они нужны, блин. Можно обновить вот эту вот бредятину. Дайте там захват кристаллов. Вот, захват кристаллов или одиночное столкновение. Вот здесь тоже хочу поменять. Парное столкновение или зачистка? Зачистка. Что-то такое знакомое. Зачистка. Здесь можно вот? Не, вот. Не, вот я это все-таки поменяю. Посмотрим. Дадут что-нибудь. Да ну нафиг. Дают там горячие зоны какие-то. Всякую ересь. Горячие зоны, парное столкновение. Короче... Будем бегать на захватах кристаллах, пока Грифом... Нанесем там определенное количество урона. Может будет потом поменять персонажа. Так. Ага. Ага. Ну, мышка, ну не тупи. Фрэнк. Понятно. Фрэнк был сонный.
Эхе-хе-хе-хе. Фрэнк тупит вообще где-то позади. Он должен... Я все, конечно, понимаю, но не настолько же тупорылым быть, блин. На вторую ульту у меня не хватило. Какие-то привидения тут летают. Да ладно, почему постоянно где-то... Нита здесь бегает вообще не... Ребят, ну это полная фиаско. Я по-другому не назвать не могу. Ну добей ты эту гаденушку-то. Он даже и не смог, да? Он даже и не смог ее подбить, придурочный. Ну, Фрэнк, еметь, блин, ну ты придурок. Ну, он просто дурак, ему. Да ничего они не могут сделать вообще. Постоянно приходится лезть на них, ребят. Постоянно. Да ну, куски дебилов, блин. Блядь, только из пеленок вылез, уже лезет в игру. Конченые, блин. Хера играть не умеет, блин. Фрэнк этот долбоёб просто ходит сзади, ничего не делает. Со своей кувалдой. Нахрен ему кувалда, блин. Иди так в жопе ковыряйся ей, блин. Чкадрищ, блин. Блин, стрелки, одни стрелки в команде. Во вражеской, я имею в виду. А у нас муха это, блин, вжик. Вот они вообще смотрят хоть... Куда-нибудь, блин, по сторонам. Ну что, неужели не видишь, что вот здесь вот чувак прятался? Бо, он там ползает, блин. Конченый, блин. Нафиг ульту-то ты тратишь, Рэй? Ну нафига ты тратишь ульту? Ну куда ты полез? Ну. Так. Друзья мои, идет окружение. Я понял. Ой-о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 й, друзья мои, я не видел, что там кристаллы, к сожалению, лежат. Я этот... Опять? Опять напоролся на его вшивые мины, блин. Ладно, победа здесь за нами. Мне-то не видно, куда он мины эти разбрасывает. Победите врага 15 раз. Угу. Гриф, не ной, пожалуйста, мне и так, блин, тошно, блин, ты еще с своим нытьем здесь начинаешь, блин. Но, погнали. Тут одно радует, ребят, хоть по крайней мере игра не это, не подлагивает, как у меня обычно-то. Соединение там лагает. Заткнись ты со своим бизнесом, бизнесмен фигов. Ага, я понял. Заберем кристаллик. Так, Нита, да? Нита, Нита. А Нита, 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 Маргарита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ж как так надо было? Это ж как так надо было, ребята, лопухнуться, чтобы сдуться? Так, они теряют кристаллы, ребята, они теряют кристаллы. Но! Да что ты там со своими мани-мани-мани? Лео, пожалуйста, не подставляйся.
Этот там что-то наяривает чересчур, тебе не кажется? Ну, я как всегда в своем репертуаре. Я чувствую, Леон сейчас доиграется. Ребят. Просто подставится. Вот об этом я и говорил, ребята. Вот об этом, блин, я и говорил. Ё-моё. Ну чё, забрали наши кристаллы все. Так, у кого кристаллы? Вот она стоит тут. А мне пришлось, ребята, так сделать, блин. Тут это Леон. Ну, мы все кристаллы забрали у них, короче. Леон, ты опять подставляешься, а? Он опять туда бежит, блин. Такой довольный взял. Вот здесь, конечно, было круто, ребята. Все полегли. Опа-на, победите 15 врагов, сделано. Так, нам еще нужно... А, в общем количестве 15 врагов. Это мы только лишь за грифа бомбанули. Давай, да тут кроме редкого и суперредкого ничего не дадут. Я уже это заметил. Жить. Так, немножко хапнули. Так, я сейчас, ребят, еще раз гляну. Выиграйте бой по Катара или Биби. Кстати, нам за Биби надо. Или Биби. Как и там правильно. Так, за грифа нам еще нужно нанести урон, да? И в принципе все, больше здесь ничего нету. Зачистка, зачистка, нокаут, дуэли, столкновения. За Тика надо еще сыграть и за ЭМЗ. Кстати, два задания есть на ЭМЗ-шку. Взять что ли за нее поиграть чуть-чуть, капелюшечку. Так, где она у меня? Вот. Так, захват кристаллов там. О. Надавали. Горячая зона и нокаут, по-моему, да, там был? И зачистка. Рай для злодея. Давай посмотрим, что там за зачистка. Ну, мне кажется, это выживает. Этот. Последний выживает, скорее всего. Вот что значит зачистка. Но... Так, только давай без лагов, пожалуйста, игра. Нормально. А, нет, ребят, зачистка это что-то другое. Ну, понятно. Бон, ну и что ты тут бегаешь, блин? Дурик. Ой, дурачки. Так, она задолбала там прятаться. Бо, так ты не стой, иди в бой. Чё ты тупишь, тормоз жизненный, блин. Короче, ребят, по-моему, мы проигрываем здесь, да? Судя по всему. Меня Эдгар достал уже, блин. Блядь, долбоебы конченые просто, блин. Стоят, блин, никуда не идет. Этот бот там сопли жует, блин. Возле телепорта, придурочный. Да, он детство, блин. Никто не прикроет лишний раз тебе. Никто не поможет, блин. Все как придурки, блин, сами по себе бегают, блин.
наберут себе всяких, блин, картинок с этих, блин, на аватарку, блин. А толку ни хрена нету, дебилы, блин. Правильно, в меня сразу же, блин, бомбит. Иди ты в жопу. Ну бой, ой, бо, блин. Чё он там бомбит-то так жестко? У нас всего 3 очка? Ну не надо только вот этого сейчас, блин. Так, я понял, меня хотят тут, ребят, прижучить. Ну, заряды кончились, ну бомбите вы. 2 очка сразу. Ребят, ну или выигрываем, или проигрываем. Тут победа. Фух. 1 очко, блин. Да. Так, выиграйте, выиграйте. Выиграл, блин. Да поехали, хорош там мямлить, блин, непонятно что. Гадский враг, а. Блин, теперь Мортис, а. То Эдгар, то Мортис, блин. Мортис достал уже, сволочь. Так, Мортис идет за мной, ребят. Ну! Конченый Фрэнк просто убивает меня, ребят, вот этой своей тупостью. Дядь машет бестолковой своей херовиной, блин. Ну! Уничтожим мы сегодня или нет, блин? Отлично. Фьюх. На волоске, ребят, были, на волоске. Угу. Так, еще 4 врага надо уничтожить. Давай, 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 МЗ. Хватит там, блин, больше делай, чем болтай. Так, там Роза. Я заметил, Роза. Обезьяна беспонтовая. И этот, как его звать-то, блин. Ну, короче, этот, ты понял. Ай-яй-яй, было больно, неприятно. Слушай, это 8-битка, да, стала там уже, блин, долбить. Так, этот спрятался, это хорошо. Ну вот, толку-то что-то там спрятался, блин, ну. Куда он там приземляется, чмо? Ну давай, бомби там по ним. Ну чё ты, макака вшивая?
вариант, да ёпты, ты какой ты дебила кусок, ты можешь идти на них, хер ли ты вдалеке-то там бомбишь, тупорылая ты башка, блин. Я вот этого не понимаю, ребята, от него, блин, просто дебила кусок, блин, ну серьезно. Ну все, сейчас проиграем. Блять, ну не умеешь ты играть за него, да не берись ты, тупая башка, блин. Хер ли ты ходишь, блин. Трусы наложивши, блин. Ну бесит просто, а. Сволочь, блин. Он должен, ребята, практически, блин, бомбить, как, я не знаю, как пулеметчик Джо, чтобы враги просто останились там, я не знаю, там, он ходит, блин, прячется за барьерами, блин. Плешивый, блин. Бот тут еще этот лезет, блин. Не надо, пожалуйста, подлагивать. Пожалуйста, не надо. Ну ты вылез, блин, с телепорта. Так ты иди сразу же, ну. Так. Что-то как-то жестко прессует. Так, я понял, где он бомбочки свои поставил. Кошатница это достала тоже, блин. Пока на равных, ребят, идем. Да, на бомбочках, ребята. На долбанных бомбочках они взяли преимущество. Ну, что ты там, робот плешивый? Ага. Ну не лезь ты туда, ну видишь, здоровья же мало, блин. Так, я видел его бомбы, где он-то поставил. Пипец. Меня нервирует кошка в плане того, что у нее слишком быстрый удар. Почему у них, ребята, удар за ударом? У меня, блин... Три заряда кончилось, все, я больше ничего не могу сделать. Три заряда кончилось, все, мне нужно копить. Они же шпарят, как будто у них... Они бесконечные. Понимаешь, как будто бесконечные. Он больше, чем три раза свою эту фигню применяет. Два кольта, ну и команда, блин. Ладно, посмотрим. Они не прокачанные, нифига эти кольты, ёпарсеты, ребят. Ну, судя по ХП, по крайней мере. Вот. Да фиг ли твой тикшдаун, блин. Никто нам не поможет с тобой. Даже, блин, не надейся на это. Пойдемте, кольты. Что он там, блин, садовник хренов. Но! Есть. Так, ребят, есть победа. Нормально. Ну, тут, видимо, команда немножко хромая нам досталась. Так, еще по два раза надо выиграть бой. Поехали. Еще два поединочка. Ну, не нравится мне вот это вот затишье перед самой игрой, блин, потому что постоянно... Вот, чего я и боялся. Так, что мы там, проигрываем? Ну, конечно, проигрываем, без меня. Без меня вы только проигрываете, ребятулечки. У нас Мортис. И Фрэнк, кто еще? Не дают гады себя добить. Джин, Саладин. Саладин меня подбил, ребят.
Саладин, блин. Ну иди сюда, хмырь, куда побежал-то? Трус паршивый. Надо с ним завязывать уже, по-моему, мне кажется. Так, подожди, ребят, тут вон есть посолиднее командочка. Не получилось у тебя ничего. Блин, накопил ульту, ребята. Мы проиграем. Им одно убийство надо сделать, и все. И нам одно убийство нужно сделать. Ну! Есть! Красавчики! Да, Мортис, ребята, Мортис сделал им пакость такую. Как говорится, на шугаря его взял и распетрушил. Фрэнк. Открыто. Так, что у нас там? Звезды? А, 1000 монет. Так, когда мы с тобой получим вот это, ребята, у нас будет доступен новый герой. Новый персонаж. Так, ну что? Там надо было мне гриф МЗ, МЗ. Ну да. Это мы с тобой... А, тут захват кристаллов, зачистка или парня. Так, мы с тобой играем на зачистке. Так что все норм. Сейчас мы МЗ-шку добьем. А потом я не знаю, что будем делать. Чемпионс. Я забыл, что вот эта фигня делает, прикинь. Че, мы опять в меньшинстве? Ну, конечно, как всегда, ребят. Как думаешь, пока нет? Ага, ага, ага. Пора, наверное, ребят, пора. Пора, называется. Ни хрена не сделал, блин. Потому что этих дебилов не было рядом, блин. И что это ты поставил? Но... Пок, это бомби? Блин, не добила его, к сожалению. Так, мы пока, ребят, ведем. Так, надо эту парашу их не убрать здесь. Защиту, или как она там называется? Чтобы ее тут не было. Ну и зачем ты, Леон, туда полез? Нормально. Такой... Только хотел поругать. Ну что же. Джик. Оу, оу, оу. Три задания. Прям сразу три задания выполнили. Ну сейчас еще один билетик тогда прилетит нам. По идее. Даже два билета. А это, ребята, говорит о том, что мы сейчас открываем персонажа. Динамайк. Опа. Да, друзья мои. Мистер Пи. Директор отеля Мистер Пи постоянно кричит и подгоняет своих сотрудников. Это не помогает, они вообще не понимают, что он говорит. Так, новый легендарный боец. Начни разблокировку. Слушай, мне бы вот, наверное, ворона хотелось бы, наверное. Хотя Спайк тоже не... Ну, я ворона все-таки, ребят. 1900 нужно, да? Кредитов, чтобы его приобрести. Так, ну что у нас там по заданию, ребят, смотрим. Смотрим внимательно. Так, Бо Гриф.
Пайпер, Шелли, Леон. Кстати, за Леона два задания, ребят. За Леона два задания у нас есть. Ну что, давай за Леона попробуем. Я давно за него не играл. Я давненько за него не играл. Так, у меня там выучен что? Двойник, если не ошибаюсь, да? Тара. Блин. Ладно, посмотрим, что у нас получится. Отлично. Да ладно, блин. Как-то рикошетиком по мне сквозануло, друзья мои. Опа. Тара там была. Да в плане, блин, 6-3. Вы издеваетесь, что ли, сейчас, блин? Какой нахрен 6-3? Девять шесть, блин, зашибись. Никого рядом нету, блин, никто не поможет. Вообще, меня вот это бесит. Это не командная игра, это называется каждый сам за себя, блин, ребят. Это называется каждый сам за себя, блин. Бегает, блин, где-то там в трущобах, блин. Ну видишь же, что Дэрил на меня катит. Неужели, блин, нельзя перейти на эту сторону, как-то попробовать бомбануть? Нет, он туда идет, придурочный. Я говорю, каждый сам за себя. Никто на тебя даже внимания здесь не обращает. Что ты там делаешь, с кем ты там дерешься, блин? Кто тебе задницу надирает? Вот как сейчас Данька этот, блин, дебила кусок сидит, мы в меньшинстве, ребята, играть должны. Понимаешь? Ну вот, 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 вот. Об этом и говорю, блин. Мы должны, блин, драться в меньшинстве, блин. Там этот вжик. Нахер я вылез-то туда? Ну опять, опять, ребята, мы сравняли счет. Или они сравняли счет там. Как-то лучше назвать-то они. Конченый вжик этот тут. Ну добейте одного, есть. Молодцы. Данька еще и лучший, блин. Пол игры простоял, где-то там сопли проживал. Лучшим он стал, блин. Какой там бро? Подожди, может мы зачистку уже сделали? Просто мне не идут эти очки. Нита стоит. Так, смотрим, что у него тут за команда. Команда Труффальдино из Бельгана. В плане, сфига я погиб. Фига у нее там лучик, блин, пролетел мимо меня. Ну это уже, конечно, моя тупость. Я лезу на пролом, блин. Ты посмотри, как они, ребята. Один выстрел, и ты помираешь. Да.
Вот этот вот луч, который пролетает через все, ребята, он наносит охрененно урона. Я играю как могу. А вот как они играют, я не знаю. Так, только давай не тупи, пожалуйста, не тупи. Ну вот у меня сразу, ребят, как только я вижу вот этот тупизм, все, это сразу говорит только об одном, что вот, вот такая вот фигня у нас будет. Ну как так можно играть, а? Я в шоке. Че, просралась игра? Серьезно? А что такое могло быть? Нет, ребят, не просралась нифига. Задержка все равно есть. Кто там сидит тут? Там вот. Нет, эта фигня так и будет меня преследовать. Слушай, а враг-то вон там сзади, прикинь. А что он тут делает-то? Как вам такой слайд-шоу? Ребят, нравится? Я прям в восторге. Жестко, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй, подбили все-таки, да? У меня просто надежда теплится в том плане, что... Что в следующем бою этого не будет. Вот это, конечно, фигня бесявая у него. В общем, я пробегал непонятно где и что делал. Я представляю, как это выглядело со стороны, наверное. Так, ну что, ребята, посмотрим. Прошла эта фигня или она сейчас опять будет, блин? Ну, вроде загрузилась быстро. Так, динамайк это вжух там, да? Слушай, ну нормально. Да не подставляйся ты, но... Вот так вот. Опа. Да ну, блин, что за фигня-то, блин? Этот щит непробиваемый. Когда у них играет маг какой-то, блин. У них все нормально, блин. У меня же, в нашей же команде маг корявый, как я не знаю кто. Это же вжик обычный. Почему он мощный-то такой? Мортис, 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 бомби его. Да. Мне надо было, ребят, здесь постоять. У меня очень мало здоровья было. Ну, что ж поделаешь.
Я не мог туда вылазить, у меня здоровье не было. У меня один выстрел, ребята, все, меня снесли. Черт твоей бабушки, понимаешь? Поэтому мне пришлось там стоять. Так, ну что у нас там остается? Блин, задание еще тьма тьмущая. Так, Боттер. Ага, за Леона мы еще не выиграли. Ребят, ну что, я, наверное, буду на сегодня закругляться, блин. Все-таки не прошли вот эти вот баги-лаги, которые постоянно тупят игру. От этого мне еще больше начинает разносить. В общем, увидимся, наверное, в следующей серии. Ну и, как всегда, продолжим, надеюсь, уже на спокойной ноте играть. Так что удачи и пока.